Студентка колледжа Арожан Каскен опубликовала ролик, который мгновенно стал набирать популярность среди пользователей социальных сетей. Публикация Арожан и ее одногруппницы Жанели Кенджику уже набрали по несколько миллионов просмотров. Будущие пожарные ведут личный блог в сети интернет. Там они делятся учебным процессом и студенческими буднями. Аружан Каскен еще не специалист, она только учится. Девушка, будучи пожарной. Уже второй год она постигает азы профессии в Высшем многопрофильном колледже гражданской защиты. На своей странице в ТикТок Аружан Каскен опубликовал ролик, который мгновенно завоевал популярность среди пользователей соцсети. За пару дней видео набрало свыше 60 тысяч просмотров и почти 100 тысяч лайков. Необычная специальность для хрупкой девушки стала вишенкой на торте. Пользователи сети интернет с интересом наблюдают за новыми публикациями Аружан. В самом начале практики, которая проходила в пожарной части, я закинула первое видео и была очень удивлена количеству просмотров. И дальше снимала интересные моменты во время практики. Многие преподаватели учебного заведения поддерживают своих воспитанниц в их активной деятельности. Ведь это не только хорошая реклама для колледжа, но и популяризация сферы ЧС. Я периодически просматриваю за это, контролирую просмотры. То есть очень полезная вещь, много информации они привносят людям. Это хорошо сказывается для колледжа, то они реально показывают, что они имеют на... обучаются на занятиях. Это те девочки, которые учатся хорошо, отлично, исправляют своими обязанностями и нормативами на отлично. Аружан отмечает, что ей нравится весь учебный процесс. Она с удовольствием обучается своей будущей профессии. На сегодня у девушки более 10 тысяч подписчиков в ТикТок. Рахат Салеев, Жорсу Нумерзак, Кокчай Акпарат.